вечер, мой родной. Сходила я, красное и белое, вон, купила мороженое из цельного молока. Очень вкусное. И стою, смотрю, как плывут облака, и просто не могу оторваться. И почему-то у меня вырубился. Я, короче, взяла из морозильника, достаю мороженое, и у меня раз и вырубился. Вырубилось видео. Ну ладно, лучше коротенькое, как сказала моя любимая подписчица, чем вообще никакое. Так что, мои дорогие, вперед, пойдемте прогуляемся чуток по вечернему Петербургу. На улице вообще сказочно просто. Обалденно. Вот на небе как будто штрихи художника. Так красиво вообще. Не могу даже описать. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Девушка идет на красный свет, потому что у нее энергетик. А я не пойду переходить. Пойду сюда. Малявочка так на меня смотрит, такой хорошенький. Давайте прогуляемся по этой прекрасной улице Рылеева. Такая улица Рылеева. Как там солнышко, небо отражается в окнах. Это Рылеева идет аж туда. Помните, мы с вами ходили до храма, а потом оно идет до Невы, а потом до Спаса на Крови, туда немножечко, если левее. В общем, как говорила моя бабушка, красота. Какое здание красивое, вы видите? Очень круто, хоть и ветер, но очень так на улице приятно, не жарко. Смотрите. Такие листочки красивые, очень красивые. Розочки. Не знаю, они живые или нет, давайте потрогаем. Они живые, реально они живые. Красота, а там какие эти гортензии, или как они называются, вот эти красные, я забыла. Розовые. Вообще сказка. Очень красиво. Ладно, пойдемте. Кто тут встряла? Здесь везде. Я уже сочетала. Это мы с вами в консульство Генеральной Индии. Я помню, тут Ира была. Помните? По-моему, она сюда приходила. Вот тут такие львы. Очень красиво. Вот тут по-индийски написано. Кто умеет читать, читайте. Я не умею, по-арабски прочитала бы вам. А тут по-английски написано. Консулате Централ оф Индия, Санкт-Петербург. Вот такой вот я профессионал. И тут перышко Ира оставила, когда приходила. Всем на счастье. От Ирины из Инди Лайф. Смотрите, тут как красиво небо. Вообще сказка, я реально улетаю. Оно так плывет, и я смотрю наверх, стою. Короче, смотрю на него, оно так туда плывет, и я прям и падаю, потому что у меня прям так звездочки в глазах. Потому что я чувствую что-то такое настоящее. Наверное, вспоминаю какой-то исток или свой дом. Они там внутри за решеткой во что-то играют. Красота. Да. Да, реально там играют индийцы в футбол. Жаль, что это не слышно, ветер. Вот тут консульство Генеральное Индии. И тут все-все-все написано. В
вот наши президенты и йога-класс, тут занятия по йоге. Класс, я читаю по-английски сначала йога-класс, а потом смотрю, оказывается, занятия по йоге. Так что я уже даже по-английски умею читать. The Consulate Central of India is closed on July 1. Ну, короче, 1 июля что-то там работает. А, не работает 1 июля 20-го, потому что завтра не работает, короче. Как я и сказала, завтра выходной. Подруга меня не пускала на улицу, она сказала, что МЧС сообщила, что очень страшный ветер, что вырывают деревья с корнями, до такой степени сильный ветер. Так что нельзя никуда идти. А мне пофиг, я все равно пошла. Дядька какой смешной идет. Как будто из 80-х. Или из 70-х. Прикол. Блин, надо его это морозиться от него, а то вообще ко мне опять предстанет, как тот, помните, который ко мне привязался в сквере. Я уже от них шугаюсь. Смотрите, какие эти красивые подружки. Вот так вот. Красивые я и не видела. Где-нибудь в Ливане уже уперли бы на дачу, правда? Фу-фу. Какой сильный ветер. Вообще класс. Как хорошо, жарко, как я и хотела. Я так смотрю, как оно плывет, реально так падаю на то. Вот он мой петушок. Золотой. Смотрите, как красивый. Ветерок. Такое чувство. Как будто, знаете, ветер перемен. Вот этот дом, который я вам говорила, продается за 1 000 000 000 рублей. Девушка меня так рассматривает. Наверное, смешная в этой футболке и майке. Ну ладно, давайте лучше на Аполлона посмотрим, чем на меня. А там уже какая-то зелень наверху появилась. Видите, на этом, как его называют? На балконе, о. Потому что раньше здесь ничего не было, я тут снимала. Здесь были грязные окна, которые уже вымыли. Я не поняла, это здание... Или уже кто-то купил, или оно чье-то и было. А просто в гугле написали, что оно продается. Там вон свет горит, видите, лампа, люстра. Все вот такое вот красивущее. Так что, мои хорошие, люди какие-то я вижу. Там женщина или мужчина. Не знаю, кто-то с длинными волосами, с хвостиком. Может, то какой-то телохранитель, а может быть, то женщина. Шура. Так что, или наш дом с вами продается, или его мы не продавали, а просто шутили. Что-то одно из двух. А может быть, кто-то купил именно сейчас. Ну вот честно, был бы у меня 1 000 000 000 рублей и 1 000 000. Я бы купила.
даже не задумываясь. Потому что вот что-то он мне до такой степени по душе. Хотя тут надо, вот смотрите, сколько тут ремонта хренячить. Вот. Ну, я бы разобралась с ремонтом, честно. Вообще кайфово на улице. Блин, у меня ж мороженое там растает. Я с вами так долго уже гуляю здесь, что... Боюсь, что точно растает. Хочется вам показать эти виды классные. Вот когда так небо идет, так быстро. Там все меняется, как наш мир. В одну секунду. Также наш мир и наша жизнь изменчива, как погода. Вот. И абсолютно ничего от нас не зависит. Только хорошие энергии. Я не знаю, доброе слово. Кого-то поддержать. Чистое сердце. Такое зависит от нас. А что-то другое? Невозможно ничего запланировать, ничего предугадать. Прикольно, ты приезжаешь в лес, там же сразу дрова. Я вам, помните, рассказывала, как я покупала себе этот плеер маленький в связном. И девушка мне говорит: а вам выписать страховку? Я говорю: девушка, что вы сказали? Она говорит: страховку выписать вам. Я ей говорю: а вы думаете, что кто-то застрахован? Мне кажется, что даже ваш связной не застрахован. И на второй день связной во всем Петербурге закрылся. Понимаете, он закрыт, я не помню сколько, наверное, месяца три. Я вот не вру. Конечно, сложно, когда нет своего жилья. Но это же все такое относительное, мои хорошие. Что такое вообще свое жилье, если все мы приходим сюда голенькими, так же, как и уходим голенькими. Так что, мои родные, это очень понятие такое. В общем, каждый это понимает по-своему. Ну, что вот значит, я, например, Билл Гейтс, и у меня миллиарды домов. И что дальше? И вот я умер, как брат говорил, помните? И где мое все это жилье, где мои дома? Все это такая фигня несуществующая. Главное же совсем другое. Главное чувство, любовь. Ну вот есть у тебя дома, а ты нифига не любишь себя, не любишь никого, ничего не чувствуешь. И зачем они тебе нужны? Ладно, это банальность, я как всегда банально в чем-то. Ну, каждому свое. Все мы разные. Вообще не могу от неба оторваться. Сзади идет. Уходим в лампочку.